С 11 по 15 сентября в португальском городе Лиссабон состоялся первый этап Кубка мира по спортивной акробатике. Более 250 сильнейших спортсменов из разных стран начали борьбу за престижный титул, судьба которого определится по результатам 4 этапов. Золотые медали национальной команде принесли смешанная пара Кирилл Старцев и Виктория Аксенова и мужская пара Максим Караваев и Тимофей Иванов. Третье место завоевали Ясмина Иншакулова и Диана Каратаева. Глава Одинцовского округа поздравил спортсменов с хорошим выступлением.